Друзья, всем привет! Опубликован новый патч-ноут, что новенького ждет нас в сентябре. Сегодня посмотрим видео. В самом начале нас оповещают о проведении плановых работ. Для владельцев ПК это станет заметно 4 сентября с 3 часов ночи до 11:30. Ну а владельцы консоли заметят это позже, только 12 сентября. Тут же мы видим, что основной фишкой обновления будет обновление карты Taiga. Как нам сообщают разработчики, Taiga можно будет выбрать отдельной кнопкой, но далее шанс появления Taiga будет равняться 40%. С чем же связана такая ротация, я думаю, с выходом нового режима, приуроченного к Хэллоуину. Как я понял, на карте Taiga будет зомби режим, но пока разработчики об этом умалчивают. Также в ротации карт будет у нас Викенди, Мирамар, Ронда, Кракен, Дестон, Санок и Паорама. В ранговых матчах будет у нас Эрангель, Мирамар, Taiga, Ронда и Дестон. Какие у нас главные изменения в игре? На месте расположения ранее студии у нас появится новая локация. Вместо нее добавят нам госпиталь. Также нам добавят новый мост. Данный мост появится в районе портов. На Хасане нам поменяют немножко рельеф. Появится больше укрытий. Ну и будет новая у нас погода. В общем, сейчас смотрим карту пока что на картинке, ну а завтра уже вживую. Сообщили нам, что была удалена зона с КБ возвращением. В принципе, логично, думаю, никто не пострадал. В эту зону все равно залететь нельзя было. Сообщается, что на карте появятся таинственные объекты и украшения. Здесь же нам сообщили, что в мультидропах можно будет найти что-то пугающее. Я думаю, это будут какие-то пасхалки, которые нам будут напоминать о предстоящем Хэллоуине. Вроде бы как с Taiga разобрались, давайте про Дестон. После обновления на Дестоне не будет нам доступны бури и рассвет. Печально, но переживем, я думаю. Сообщили нам, что изменят самолет. Будем надеяться, что история из PUBG Mobile не будет перетекать в ПК PUBG. Здесь же нам сообщается, что был переработан алгоритм перемещения ботов на длинные дистанции. Думаю, теперь боты будут как-то рандомно спамиться. Режим тренировки был изменен. Теперь нам не нужно будет постоянно брать боеприпасы. Они будут бесконечны. Не коснулась эта арены. Добавили бесконечные припасы. Соответственно, меню тоже переработают. Можно будет в режиме тренировки установить рекомендуемые модули. Ну или самостоятельно их выбрать. Улучшена будет тренировка слуха. В пользовательском матче теперь можно будет посмотреть весь инвентарь игроков. А также можно будет посмотреть на метки, которые ставила та или иная команда. Кроме этого, нам добавят новый боевой пропуск. Не знаю почему, но связан он с космосом будет. Кстати, если захочешь купить пас, можешь перейти к нам в магазин. Для этого либо сканируй в верхнем правом углу QR-код, либо переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Изменения также коснутся и мастерской. Будут добавлены новые скины. Ну и в мастерской ремесленника появится два новых костюма. Для любителей повыполнять миссии появится новых 9 медалей. Ну а также исправят ошибки. Ну а на этом видео заканчивается, а я с вами буду прощаться. С вас как всегда лайк, подписка, комментарий. Всего вам доброго, друзья. До свидания.